Дорогие друзья, поздравляю с Новым годом! Хочу пожелать нам всем, чего не хватает в нашей стране – правды и справедливости. Нам врут, когда Назарбаев заявляет, что средняя зарплата в Казахстане 500 тысяч тенге, а на самом деле она даже не 100 тысяч тенге. Нам врут, когда говорят, что в стране всего 400 тысяч безработных. На самом деле мы знаем, что минимум 3 миллиона человек не имеет работу. Нам врут, когда говорят, что якобы мы вот-вот войдем в 30 передовых стран мира. Хотя мы знаем, что наша страна отсталая, и миллион людей бедствует. Таких примеров вранья можно привести тысячи. Сегодня в нашей стране нет правды. И поэтому нет справедливости. Друзья, в новом году я желаю нам всем добиться и правды, и справедливости. Но для этого нам необходимо объединиться и сменить режим Назарбаева. Сделаем это в новом году. Алга, Казахстан! С Новым годом!